Архиепископ гомельский Жлобинский Стефан звернулся до верников с просьбой принять правильное решение при святковании Великодня. У связи с распаусюдживанием коронавируса лепш отмовиться от наведывания места массового знаходжения людей. Зараз на территории гомельской епархии спынена деятельность неотдельных школ, а у приходах уведены меры безопасности. У приватности все работники повинны обовязково выкористовывать маски, а иконы опрацовывать дезинфицирующими сродками. Разом с тем, при массовом знаходжении людей эти меры могут оказаться неэффективными. У связи с этим керавник Белорусской православной церкви на передании святкования Великодня звернулся до верников с просьбой не наведывать храмы у связи с вспышкой коронавируса, а так само отмовиться от наведывания могилок на Радуницу. Освящение куличов – это обрат, это другорадное. Житё человека нашмат дорожей, заявил митрополит Павел. Треба сберегчы верников, от гэтага будзе больш карысці и вам, и вашим близким. Принять правильное решение закликал так само архиепископ гомельский и жлобинский Стефан. Мы радуемся воскресению Христову, но сегодня нас посетила общая беда. Сегодня мы с вами стоим перед новой угрозой жизни для человека. И святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, предстоятель нашей Русской Православной Церкви, и наш предстоятель Белорусской Православной Церкви, митрополит Минский Заславский, патриарший экзарсия Беларуси, призывает нас подойти размеренно, взвешенно в дни Святой Пасхи к посещению храмов. Я надеюсь, что каждый из нас слышал призывы Святейшего и призыв экзарха, и каждый с добрым сердцем своим, с добрым размышлением примет для себя решение, которое важно для того, чтобы сохранить человеческую жизнь. Еще и еще раз призываю к мудрому решению, к тому, чтобы нам с вами быть здоровыми и жить в мире.